Привет, дорогие друзья, с вами канал Львы Атакуют, и сегодня мы поиграем в игру под названием что-то там Battleground. На компьютере вышла игра под названием Tapk, но это подобие его. В общем, надеюсь, тут поиграть с друзьями можно. Ну, хотя, давайте я сыграю, посмотрю, что как, потом уже буду думать, что с друзьями. Так, персонаж. Давайте... Я, наверное, возьму самого нормального. Фух. Я играю в первый раз. Она только вышла. Так, громкость. О, что? Что это такое? 21 живых. Карту нажать нельзя. Да. Пипец, тут какое управление, что это такое? Боже, как это называется? Ну, хотя бы инвентарь более-менее. Ну, как тут прыгать? Он не прыгает. Так, серьезно. Боже. Что это такое? Так, что? Иди нафиг, как туда, ёжики, что? Ну, в общем, в этом видео только хорошие, нормальные слова, никаких предлогов, никаких одних букв, только... Да, и сзади вы серьезно, да со всех... Как дверь открыть? Как открыть? Спасибо, хотя бы вот что-то. Как это подобрать? Ой, чувак стоит. Вот как это подобрать? Так, как выйти? Как выйти? А меня совсем не бомбит. Меня вообще совершенно не бомбит. Самая лучшая игра in the world. Что за дичь? Как выйти? Что? Что за... Как отсюда выйти? В общем, в Free Fire там написано, что что-то перезайдите. Я его удалил, заново скачал, все зарегистрировался заново. Она пишет ошибка, ничего нельзя сделать. А я просто... С тем я играл в папку вместо Free Fire. А я сейчас нахожусь на даче. А тут Wi-Fi просто нет. Я самый лучший вначале выпрыгнул. И просто я 5 раз где-то перезапускал. Потому что я стреляю хедшотом штук 10. А не засчитывается загрузка, лаг, все минус я. Минус мой игрок. Так, что это такое? Так. Угу. Как... Ладно, седан, баклажан. Как же меня бомбит. Я не могу просто. Что это? Это самая лучшая игра. Даже лучше по всяких ваших батлграундов, блин. Это и сам батлграунд. Просто. Это самая лучшая игра. Лучше PUBG вашего на ПК. Лучше просто всех игр. Просто это самая топовая, безлаговая, понятная игра. Самая лучшая графика. Все плавно. Очень удобно играть. Вот просто смотрите, как прикольно. Я... Не вижу своего игрока, я вижу крышу. О, что это за батарейка? А, это вода. Батареечная вода. Только в какой-то там Battleground. Как тут можно бегать? То
только в этой игре вы можете найти безграничное бомблёжное чувство неоткрывания дверей снайперской винтовки без патронов. Она стреляет сама, прицел включается сам. Развернуться я не могу. Что за дичь? Тра-ля-ля. Я бегаю, бегаю, бегаю. Тру-ла-ла-ла-ла. Она сама стреляет. Все понятно. Лучшая графика, лучшая игра. Просто... Эта игра самая лучшая. Я уже какой раз это говорю. Вот просто. Cats, CS GO, PUBG, Free Fire, Fortnite. Что еще? В общем, всякие другие игры. Это самое лучшее. Вы что? Васса! Просто... А, чувак, привет. А я тут пробежкой занялся. Вот, видишь? Ран, Вася, ран, ран. А что за дичь? Просто это... Это самая лучшая игра. Просто... Смотрите, как все быстро и удобно делается. Просто ничего не делая, винтовка сама выстрелила и минус патроны. Да, я без патрон. Драться он не может кулаками. Ебой. Да. Каким-то образом осталось 6. Обращайте внимание, что у меня тут все шуршит. Это все нормально. Да. Угу. Так. Я не могу просто развернуться. А, да правда, что ли? Все-таки можно как-то. Ай-яй-яй-яй. Так, вот это вот... Куда вода делась? Это нормально? Это нормально, то есть, да? Разработчики... У меня самоадекват. А, угу. Ну, я же говорю, самая лучшая игра in the world. В общем, вместо глаз у меня прицелы от снайперских винтовок. Это самый лучший персонаж. Лучше не смотрите ему в лицо. Это хоррор-игра. Да. Чувак, привет, как дела? Ну, я пошел. Больно вообще-то. Просто мой персонаж самый лучший. Просто я вот сейчас на это смотрю, это такой шедевр просто. Как это называется? Ой, я еще умею смотреть в разные стороны. Мой персонаж. А, 2 в живых. Можно вопросик, разработчики? Не имея оружия, как мне его победить? Чувак, как дела? Чё это лежало? А у меня все хорошо, ебой, всем отбой, привет. Юху! Самая лучшая игра, просто. Я ору. А, ну да, здравствуйте, я взял синего персонажа, он взялся красный. Просто игра in the world. Вот я не понимаю. Так хотя, что тут? Тут вообще ничего не понятно. Это просто... Я не удивлюсь, я сейчас приземляюсь, и в меня со всех сторон начинают стрелять.
Мне кажется, PUBG даже в 500 раз лучше играбельно, но по ржачности, неадекватности, просто по всему из этой категории, эта игра первое место. Опять дробовик какой-то, что за дичь? У меня эмоции все пропали. What the hell? Так. Ладно. Можно вопрос? Как тут можно развернуться? Минус все патроны. Чуваки, ебой, бум-бим-бам-бам-бум-бум-бум. Скря па 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 па. Самая лучшая игра. Да хватит стрелять, ты бесишь меня! Вот... Мне интересно, я в этой игре хоть один патрон смогу попасть кого-нибудь? Я просто я на экран нажимаю пальцем в любое место, и он стреляет. Это адекватно, разработчики. Мне кажется, разработчики просто такие, типа, так, я сделала игру. Или сделала игру. Я мастер. Все, играть не буду. Сами играйте. Ну, давайте я вот сейчас нацелюсь вот так вот. Сейчас такой, типа, инвентарь ставлю это. И... Да блин, нафиг! Просто великолепно. Посмотрите на этот шлем, на который на мне. Это просто у меня же мурашки от этой игры. Ой, ужас какой. Кто играет? Хотя кто в это играет? Да! Минус патроны. Да. Я еще раз говорю, лучшая игра. 3 осталось. Так, это, знаете, немного отдаленно. Если убрать игроков, напоминает Майнкрафт. Вот эти вот деревья, трава, горы, конечно, вот эти вот не сильно, но если убрать игроков и сделать квадратные горы, чистый Майнкрафт. И убрать оружие. Так, посмотрите просто на мой шлем, как у пилота, блин, у какого-то. Так и есть. О, тут аирдроп есть. Серьезно. Бонзай! Минус все патроны. Самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда нет патронов. Патронов. Давайте я, может быть, не знаю, к аирдроп как-нибудь сбегаю. 2 осталось. Так. Давай. Это просто самая лучшая игра in the world. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.